для того, чтобы оплатить учебу. Хозяйка спрашивала твою долю квартплаты. И прокормить семью. Но мне пригрозили отключением газа. Сколько же ты готовишь? Он готов крутиться, как белка в колесе. Ваша экскурсия закончена. А ваша сейчас начнется. Зарабатывать всеми возможными способами. А вы когда-нибудь сдавали сперму? Да. Ты знаете, как это делается? С 12 лет занимаюсь. И даже пойти на крайние меры. Вы собрались, чтобы принять участие в первом испытании препарата номер 563. Все пять чувств усилятся. Ух ты! Концентрируюсь. Контролирую чувства. Главное при этом не остаться без чувств. Пойка, подъем! Пойка, подъем! Премьера 28 июня в 20:30 на Иллюзионе+.